выпуск собственной криптовалюты. Правительство Уругвая разрешило выпуск своей собственной криптовалюты, сообщает CoinTelegraph. Президент Центрального банка Уругвая Марио Бергара заявил, что криптовалюта – это финансовая система будущего. И теперь люди будут носить электронные кошельки в своих телефонах вместо кожаных кошельков в кармане. Неизвестно, будет ли использоваться технология блокчейн, но Уругвай ждут перемены на рынке криптовалют.